Хотят ли русские войны? Да боже упаси. Все уже завоевано, в принципе. Что еще завоевывать? Так, территория огромная, куда больше. С этой бы справиться, как-то ее облагородить. Вот. Ископаемых, слава богу, хватает, водные ресурсы есть. Нам бы просто вот это все пространство причесать, довести до ума. Поэтому, мне кажется, особых причин воевать нет, ну разве что только защищаться, обороняться. Нападать нет. Русские не хотят войны. И по своей природе, по своей ленности в том числе, в данном случае это в плюс. Вот. Во-вторых, слава богу, ресурсов на это нет. Денег. А в-третьих, я вот сказала, что, в общем-то, и причин нет. Надо просто уметь сохранить то, что уже есть, и это развивать.